Всем доброе утро, ребятки. Как вы поняли уже из названия этого видеоролика, у меня хорошие новости. Короче, открыли секонд-хенд, бегу сейчас на завоз на часах 6 часов утра, проснулся в 5:30, девушка там еще спит, я сегодня как раз еще на работу. Постараюсь сейчас пойти занять место на секонд-хенде, короче, специально, чтобы еще прийти там, успеть и приготовить завтрак, все дела. Вот, по традиции, перед началом таких вот видеороликов передаю вам всем привет, и кто оставлял комментарий под прошлым роликом, так что пишите и еще раз пишите ваши комментарии. Вот, сейчас уже приду на секонд-хенд, покажу, что там по обстановке. Думаю, что людей уже много, потому что на улице очень тепло, и в принципе, стоять там за 3-4 часа до завоза, это, будет нормально. Вот уже и сам секонд-хенд, подходим к нему. Два человека в очереди, в принципе, нормально. Сейчас еще позанимаем места себе и нескольким людям. И, короче, посмотрим, что же там из этого всего получится. Кто-то упал? Меня там ебануло. Все, берем. Что там, хлопцы, у нас? Цивилиатова монархия. Свет. Смотри, вот такие есть. Но они здоровые, 48. Со стола сотка. Ну, я думаю, что помоется. Если надо, можешь взять. Мои. Никак. Да, ничегошный вроде. Только размер же 39,5. Да, за полтос, думаю, можно брать.
Что ты там взял? Да ничего, тут на девке там Чикаго Булс. Вот он там пошел сходится. Ого. А сейчас буду. Походу. О, пацаны. Да, я ж чего отхожу. Ну, чемпион. Первая оригинальная. Доброе утро второго дня. Сейчас бегу на секонд-хенд. У нас сегодня второй завоз. Будем надеяться на какие-то интересные жирные уловы. Сегодня какое-то предчувствие прям с самого утра было того, что будет что-то интересное, какой-то там люкс, что-то там типа Стона может, или какой-то дом моду типа Диора там, не знаю, Шанель там, Гуччи, такое что-то. Но вот предчувствие есть. В общем, идем с вами на секонд-хенд, увидимся с вами уже во время врыва. 8:30 мы начинаем вспахивать землю. Все как на плантации. Тихо. Идем. Оп, тихо. Оп, пойдем. Шо, пацаны, жирчине? Капа. Элис тоже женский. Ну, прикольный. А у тебя шо? Опа, Левайс. Левайс. Это по баскету. Я понял, даже смотреть не буду, я не шарю. Прикольно это. Тебе Левайс не нужен? Мне? Да. Там мне их висит, блядь, 8 штук. Ну, если что-то надо, можно подать. Да, тот малой бы взял, прикольный. Это чисто а это что? Расла. Элька. Ну вот, Адик женский, было, да? Прикольный. Так, слушай, я говорю, можно Адик взять? А, ты хочешь Адик взять? Не, он классный, чё бы и нет. Давай взвесим, посмотрим. Сори, я просто думал, ты свайпишь. Ну, этот левик. Ну что, ребятки, второй день прошел очень и очень успешно. Набрал три интересные вещи, две мне отдал Grips & Shop, отмечаю его сверху, придите в этот профиль к этому продавцу, выбирайте вещи. А одну мне удалось взять вот так вот случайным образом после всех. Рубашка Versace Classic, приду домой, покажу вам ее более детально, думаю, сегодня же сразу же скину ее скупщику. Вот, сейчас приду домой, покажу все уловы за два дня, скорее всего, будем теперь вести секонд-хенд патрули именно в таком формате, то есть, чтобы дольше вы смотрели, чтобы было больше интересного контента, меньше разговоров и всего остального. Так что увидимся с вами уже дома.
Ну что, ребятки, наконец-то я дома и готов вам показывать свои уловы. К сожалению, со штативом еще ничего так и не решили, поэтому смотрите, как есть пока что. Потом хочу взять классный студийный штатив и заниматься уже с ним. Вот такой огромнейший пакет, килограмма на 3 я набрал за 2 дня завоза, так что давайте посмотрим, какие же вещички попались ко мне. Так, положу, наверное, пакет пока что сюда. Первая вещь, которую я достаю, это была взята в субботу, рубашка от Versace, линейка, классик, размер у нее идет XL, офигеннейшая такая вот рубашечка, очень-очень мне зашла, буду продавать за хорошую сумму, кого интересует, пишите. Так, смотрим дальше, вторая вещица, это вот такой вот кроп-топ от Champion, оставил своей самой любимой девушке, сейчас вам покажу, где тут у меня маленький логотипчик где-то находился на нем, где-то, вот он был, вот такой, короче, классный белый кроп-топик, вот. Дальше. Также взял еще вот такие интересные спортивные штаны от Calvin Klein. Идет размер у них эмочка, офигенский, монограмма с двух сторон, спереди, сзади. Так, давайте смотреть дальше, что же мне еще попалось. В мои руки также попала вот такая футболочка от Levi's. Levi's идет размер у нее по бирке L. Вот такое большое лого, красивое, интересное. Вот, крутизная футболка, вышла на вес что-то гривен 30, если я не ошибаюсь. Так, давайте смотреть. Тут у нас вот такой пятничный улов, Polo Levi's, размер у него L-ка, офигенский серый цвет, такой вот приятный материальчик, мягенький, не пошарпанный, очень и очень крутой. Так, футболочка для девушки, опять же, попалась мне интересная вещица, не вывернутая, не знаю почему, сейчас выверну, покажу вам ее. Левайсик, футболочка, такой белоснежный цвет, розовое лого, размер идет женская S-ка, классно, должна сесть. Вот, ну, в принципе, по ней все. Так, и какая-то еще вещица у меня вон тут одна осталась. Это у нас какие-то шорты. Шорты у нас идут от Carhartt. Вот такой вот логотипчик сзади. Размер идет 36, довольно-таки большой, где-то XL-ка. Вот такие вот интересные черные шорты поступят в продажу в ближайшее время. Так что, кого интересует, пишите, спрашивайте. В общем, это все. Сейчас буду подводить итоги, сколько же я вложил в это все и сколько же я планирую заработать. На все вот эти вот вещи, которые вы только что увидели, я потратил всего 200 гривен. Очень смешная сумма за такое количество вещей. Просто попадал на разные акции, типа две вещи стоят, там, допустим, 100 гривен, берешь 4, выходит на 120, примерно так. В общем, хорошо понабирал вещей, планирую с них заработать примерно, ну, 1200, я думаю, можно будет с них заработать. В принципе, на этом все. Всем спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Не забывайте прожимать лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие выпуски. До новых встреч. Пока.